Ну и позвольте все-таки немножечко перейти к официальной части. Пока мы здесь наслаждались поистине хорошим, замечательным концертом, пришла правительственная телеграмма, которую, позвольте, я зачитаю. Уважаемая Ангелина Евгеньевна, дорогие друзья, примите от имени правительства Ленинградской области искренние поздравления с 25-летием со дня основания студии эстрадного танца «Алиса». Желаю студии процветания, а ее коллективу постоянного творческого горения, доброго здоровья, счастья и успехов. Пусть удача сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Совета депутатов Сланцевского муниципального района, образцовому коллективу студии эстрадного танца «Алиса» за значительный вклад в развитие самодеятельного хореографического творчества, большую работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения, ну и, конечно же, днем рождения в связи с 25-летием образования коллектива. Маленький-маленький подарок, но пускай он будет от всего сердца, от всей души. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые родители, уважаемые, уже сказала Марина Борисовна, талантливые дети, Ангелина Евгеньевна, добрый вечер. Я немного гордо хочу сказать, что мы искренне гордимся тем, что в нашем городе есть такой коллектив и есть то место, где можно раскрыть свои таланты. Мы видим, что за 25 лет, мы, значит, видели сюжеты, которые показывали, очень много меняется состава коллектива, и чем больше, я понимаю, проходит времени, тем больше клуб, точнее не клуб, а студия, как правильно? Образцовый коллектив, студия эстрадного танца «Алиса». Студия эстрадного танца «Алиса» набирает популярности, поэтому детей все больше и больше хочет прийти. Когда показывали этот военную тематику, да, аж вот мурашки по коже бежали, потому что это патриотическое направление, которое сегодня очень важно для каждого из нас, для каждого жителя нашей страны. Еще раз низкий вам поклон, хочу вам пожелать здоровья, благополучия, хорошей поддержки, и чтобы ваш коллектив также дружно приходил, появлялся, потому что я вижу девушки, которые уже... Вот я уже микрофон держу, чтобы добавить фразу. Выпускники Санкт-Петербург, Гатчина, Псков приехали поддержать нас, восстановили старые танцы, чтобы вам сегодня их продемонстрировать. Это говорит о том, что коллектив очень дружный и поддерживает, и есть кому показывать пример, есть от кого учиться профессионализму. Огромное вам спасибо, низкий вам поклон. Депутаты города очень вас ценят и будут всегда поддерживать. С праздником, с днем рождения, с 25-летием! Сейчас танцуют. И, конечно же, мы будем очень рады видеть наших уважаемых, наших дорогих, наших талантливых сланцевчан, следующих и последующих коллективов, которые будут участвовать. А мы точно уверены, что перспектива у Алисы очень огромная. Тем более с таким талантливейшим руководителем. Спасибо, Ангелина, вам, Сергей.